Так. Добрый вечер. Сегодня видео-вебинар, посвященный теме накопительной программы и новинкам 16-го каталога. То есть вот таких двух частей он будет состоять. Вы, наверное, уже видели в чате, я везде отправила информацию про то, что у нас будет накопительная акция. Тот, кто Faberlic уже далеко не первый год, наверное, в 2018 или в 2019 году у нас отменили накопительную программу, и многие до сих пор о ней вспоминают, до сих пор спрашивают, а работает ли накопительная программа, а копятся ли баллы. Вот. Ну, если такой запрос есть, то я решила данную акцию провести сама. Вот, соответственно, мы будем с вами копить баллы, и правила накопительной акции вот этой вот я тоже взяла из той акции, которая у нас была в компании. С той лишь разницей, что мы будем не все время ее, не продолжительное время проводить, а попробуем вначале на такой короткий промежуток времени. Это 4 каталожных периода в прошлом каталоге. Кто сделал баллы, они уже, естественно, будут идти в зачет этой акции. Уже у некоторых копится балл, у кого-то уже их побольше, кто-то уже накопил на какие-то первые подарки, да, свои. Вот, кто-то еще не приступил даже, да, не сделал заказы, но сейчас я расскажу правила, по которым, в принципе, вступить можно в любое время в акцию, даже в самый последний каталог. Итак, накопительная программа, это буду называть накопительной программой, она называлась Faberlic, чтобы не было путаницы, я буду называть ее накопительной акцией. Она основана на бальной системе. То есть каждому продукту в нашем каталоге соответствует определенное количество баллов, которое присваивает компания. Вы можете это наблюдать в своем личном кабинете. Когда вы собрали заказ, у вас в итоге набралась какая-то сумма, которая, ну, например, там 5000 рублей, которая соответствует, например, там 45 баллам. Да? Так вот, те баллы, которые вы видите в итоге по окончании, да, каталога или в конце заказа, и есть те баллы, которые будут идти в зачет. У нас в зачет идут только оплаченные баллы, то есть до тех пор, пока они висят как неоплаченные, они не идут в зачет акции. То есть если наконец 18-го периода у вас есть заказ, который... а он будет оплачен уже в первом периоде, то есть в первом каталоге 2024 года уже, да, то он никак не попадет в зачет акции. Более того, если у вас в 18-м каталоге баранка 0, то есть ни один заказ не оплачен даже на 1 балл, то еще и сгорят те баллы, которые были в 17-м каталоге. Такие правила у нас были раньше в компании, поэтому я их сохраняю, я считаю, что это справедливо. Итак, еще такой момент с возвратами, да, тоже очень часто спрашивают, а что с возвратами? Здесь все максимально просто, компания сама работает с возвратами, и, соответственно, если у вас есть какой-то, ну, то есть вы оплатили заказ, вернули продукцию, вам компания начислила деньги за эту продукцию, но в следующем каталоге у вас будет минус то количество баллов, которая стоил данный продукт. То есть если, например, в 15-м каталоге вы вернули какую-то позицию, то 16-й каталог вы начинаете с минуса. То есть балл минус переходит на следующий каталог, да? А 16-й каталог вы начинаете с минуса, и вам нужно будет выходить из минуса. Ну, например, вы вернули что-то, у вас минус 3 балла на начало 16-го каталога, и для того, чтобы там сделать хотя бы не 0, вам надо выполнить хотя бы 4 балла, да, или там 3,5 балла, чтобы была не баранка, чтобы был не 0. Вот, поэтому имейте это в виду, что возвраты переходят на следующий каталог, вы начинаете с минуса, и в вашем личном кабинете раздел «Личный кабинет», раздел «Текущие показатели», да, я буду регулярно
комментировать, где найти свои баллы, кроме того, будете их видеть. Там будет написано минус сколько-то на начало периода. Поэтому вот с возвратами будьте внимательны, чтобы не было потом какого-то недопонимания. В отчетах, да, каждый каталог эти баллы обновляются, но вы их не видите уже, они видны только в отчетах, а также видно, сколько вы в прошлом каталоге сделали. То есть вы можете видеть, и сколько сейчас. Но у нас они видны. То есть у меня в отчетах все это видно прекрасно за каждый каталог. То есть я эти могу данные брать, табличку их скачивать, в Excel их все соединять. Для меня как бы вот таких проблем нет, поэтому вы тоже будете видеть то количество баллов, которое у вас накопилось за период. Далее, вот у нас 15, 16, 17, 18 каталоги прошли, и по окончании 18 каталога в чаты я скину форму для заполнения, которую вы можете написать, ну, то есть сколько вы баллов заработали, исходя из таблички, да, я, конечно, это все сверю также, подарок, какой вы хотите выбрать, на набранное количество баллов. Все картинки я уже отправляла в чаты. А дальше, что вы хотите... куда вам? Все это зависит от того, какой подарок, потому что часть продукции у меня с маркетплейсов, да, а часть продукции с Faberlic. С Faberlic это чаще всего будет ваш пункт выдачи, ваша точка доставки, где вы обычно получаете заказы. Если это маркетплейсы, то мы будем смотреть уже индивидуально и выбирать, какая точка доставки вам ближе будет. Форма будет доступна с 25 декабря уже, ну, то есть кто-то уже выполнит к этому моменту, то есть каталог у нас заканчивается 31 декабря, там все четко, 1 января у нас начинается уже все акции заканчиваются, накопительная акция заканчивается, 1 января 2024 года у нас начинается новый каталог, и накопительная акция там уже не действует. Вот, но 25 декабря форма будет уже открыта, то есть если вы точно знаете, что вы уже все оплатили, что вы набрали количество баллов и заказов, у вас больше не идет, выполнять форму, возможно, даже до Нового года или в праздники вы получите свои подарки. Получается, что 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, в течение 12 дней у вас будет доступна возможность оформить, ну, вот заполнить эту форму. Для чего я это делаю? Ну, только для того, чтобы подарки получили те, кто в этом заинтересован, чтобы мне не приходилось, ну, понимаете, эти объемы, ни за кем бегать, никого искать, и чтобы подарки получили те, кому это действительно интересно, да, потому что чтобы не случилось такой ситуации, что где-то лежит подарок на пункте выдачи, его никто не забирает. Так, в течение месяца, в течение всей акции я буду, конечно же, информировать о подарках, то есть вы будете видеть, что это такое, потому что иногда по картинке одной непонятно, что это, с чем это едят, как оно выглядит, какого оно качества. Вы сможете так немножечко ориентироваться. Если получится, я надеюсь, что получится, в течение этого каталога будет готов сайт уже на сайте, ну, такая отдельная страничка, на которой будет информация про все подарки, чтобы вы понимали, к чему стремиться. Теперь отдельный момент про сгорание баллов. Если присоединиться можно в любой момент, то есть если у вас 0 в 16, 0 в 17, а в 18 вы делаете там 300-400 баллов, то, соответственно, у вас будет 300-400 баллов. Да? Но если так случится, что вы в 15 присоединились к акции, сделали, например, 100 баллов, а в 16-м сделали, ничего не сделали, то есть там 0, то баллы, которые были получены в предыдущем периоде, сгорают. Не полностью они сгорают, только те, которые были получены в предыдущем периоде. Это правило накопительной программы, которая раньше была в Faberlic. Так как у нас всего 4 каталога длится, вот это вот наша акция, да, которую я организую перед Новым годом, предновогодняя она такая, то больше чем за 2 периода у вас ничего не сгорит. То есть получается, что если в 15-м вы сделали, например, 100 баллов, в 16-м сделали 100 баллов, в 17-м ничего не сделали, у вас сгорают баллы, которые получены в предыдущем,
в 16-м. А если вы в 18-м ничего не сделали, опять баранка, то еще сгорают оставшиеся баллы, которые были получены в 15-м каталоге. Однако, если в 15-м сделано, в 16-м сделано, в 17-м пропущено, в 18-м сделано, то сгорят только те баллы, которые были пропущены перед каталогом, перед каталогом, в котором баранка. То есть я примеры привела в тексте самой акции. Я думаю, что это понятно. Если кому-то что-то непонятно, спрашивайте в личном сообщении, я буду объяснять индивидуально. Так, по категориям подарков минимально у нас 100 баллов. Это вообще очень просто. То есть это всего 25 баллов за каталог. Это обычные закупки, которые делает среднестатистическая семья даже из двух человек за вот указанный период времени, то есть 2-3 недели. То есть на 2-3 тысячи тот ассортимент, который продается в Фаберлик, любая семья так или иначе покупает. То есть для того, чтобы получить подарок на 100 баллов, нужно просто посмотреть, что вы покупаете, что у вас заканчивается, и не пойти в магазин, пойти в интернет-магазин Фаберлик. Мало того, что у вас здесь, возможно, там какой-нибудь подарок, может быть, вы новичок, у вас еще стартовая программа идет, может быть, у вас по желтой акции, да, какой-нибудь подарок тут. Тут еще и скидка от 20%, 20-26%. Учитывая, что в магазинах сейчас цены даже выше, чем у нас в каталогах, да, то вот дополнительная скидка 20% – это тоже очень приятный бонус. То есть вот 100 баллов – это всего лишь не пойти в магазин, да, пойти в интернет-магазин Фаберлик. 200 баллов, да, ну вот 200 баллов, это примерно 50 баллов, если вот так вот разделить равномерно, то примерно 50 баллов за каталог. Ну, что это 50 баллов? Ну, это, например, мое потребление, семья среднестатистическая, 3-4-5 человек, ну, еще тут, возможно, приплетаем тот ассортимент, который не все потребляют, ну, например, БАДы, да, не все употребляют, но есть те, кто их пьет. Если вы пьете, то 50 баллов делать тоже очень несложно. Притом я не говорю про даже про серию Фаберлик Молекула Форс, я говорю про самые там, такие банальные, простые, типа омеги, черника, я не знаю там что еще, витамин В, да, группа витамина В, живица. То есть это недорого, но это все высокобальная продукция. То есть на БАДы это высокобальная продукция, на нее обращайте внимание. Если вы не знаете, как делать баллы, обращайте внимание именно на баллы высокие. То есть высокие баллы у парфюмерии, кроме вот этих вот маленьких, которые всегда продаются по суперакциям. То есть вот, например, вот эти парфюмы будут иметь высокий балл, то есть 150-75 рублей дают 1 балл, да, меньшее количество денег мы получаем, больше количество баллов. А вот если мы говорим про такие водички, которые по супер акции бывают, ну, по-разному, иногда такие водички тоже бывают с хорошими баллами, можно смотреть. А если мы говорим, например, вот про такие вот, то там балл будет все-таки низкий. Вся остальная парфюмерия с высоким баллом. Декоративная косметика, высокий балл. Практически вся уходовая косметика. Все средства вот эти вот для ухода. Высокий балл имеет. Если же... Так, сейчас еще скажу. БАДы я сказала, да. Некоторые средства ухода за волосами имеют высокий балл. Не все, некоторые. Так, что еще? Гигиена тоже не вся. Чаще... Та, на которых нет супер скидки, они тоже за меньшее количество денег дают большее количество баллов. И так, вот средний балл, кстати, за коктейли. Здесь балл 190 рублей. За 90 рублей можно выкупить 1 балл. А если мы говорим про... Ну, БАДы, БАДы я сказала. А если мы говорим про средства для дома, например, да? Это самая популярная у нас позиция в каталогах. Средства для дома дают меньше балл. Для того, чтобы выкупить 1 балл в средствах для дома, нужно заплатить 150 рублей. То есть, понимаем, если мы сосредоточены только на средствах для дома и никакой ассортимент больше не берем, то чтобы выкупить 100 баллов,
нужно 115 тысяч рублей, да, то есть при стоимости 150 рублей за балл. Это же касается одежды, это касается аксессуаров каких-то, носки, колготки, тоже все имеют низкий балл. Если мы говорим про косметику, парфюмерию, БАДы, то для того, чтобы выкупить 100 баллов, достаточно 7,5 тысяч рублей. То есть вот такая вот получается двойная разница. Я не сказала, что если кому-то, возможно, интересно, у нас на сайте есть в разделе «Заказ услуг» информационные продукты. Там самый высокий и выгодный балл. То есть можно купить обучение стоимостью 100 баллов за 3900 рублей. То есть там балл стоит 39 рублей. Это обучение содержит в себе более 56 обучающих видео по тому, как предприниматель Faberlic добивается своих результатов, успехов по методам, инструментам. Оно называется «Колесо жизненного баланса». Кстати, этим инструментом можно пользоваться, когда, например, вы не можете выкупить 100 баллов, а нужно. Да? То есть у меня тоже таких пара случаев было, когда мне нужно было выкупить 100 баллов по меньшей стоимости, и в таком случае этот инструмент выручает. Также низкую стоимость балла имеет продукт Викиум. Это такая игровая форма у нас обучения. Он работает именно с мозгом. Это по факту программка, в которой мы регистрируемся, и там очень-очень много различных мозговых тренажеров. По факту, как игрушки. Там балл стоит 60 рублей, и он, по-моему, поделен на две части, то есть их можно выкупить в разом всю программу на год или на полгода. Тут я подзабыла, покупала я раньше. Вот. И, или по частям. То есть там, по-моему, одна часть стоит 3000, вторая 2000. Ну, по-моему, так. Вот. И вся стоит 80 баллов. То есть ее можно купить себе, можно купить кому-то, да, то есть ее точно так же можно продавать кому-то, открывать доступ другому человеку. Вот такие информационные продукты у нас тоже есть, и они тоже имеют высокобальную стоимость. Так, ну что я еще не сказала по накопительной программе? Это то, что можно получать у нас дополнительные баллы. Я дарю 30 баллов за посещение региональных мероприятий в ноябре и декабре. Региональные мероприятия проводятся по итогам Московской конференции. Они проходят практически во всех регионах, а не во всех городах. То есть, скорее всего, если это маленький город, то там, если нет какой-то инициативной группы, то мероприятий не будет. А вообще в районных центрах, в столицах регионов такие мероприятия проводятся каскадами, начиная там с 1 чисел ноября и заканчивая. Поэтому, если вы не знаете, где ваше мероприятие, как его посетить, вы мне пишите, я вам расскажу. Стоимость мероприятий везде разная. В Ижевске, где я являюсь организатором такого мероприятия, у нас стоит от 1500. То есть при покупке билета до 7 ноября стоимость билета 1500 рублей. За это посещение данного мероприятия я дарю 30 баллов дополнительной накопительной акции. По сути, получается, сколько стоит балл, вы можете посчитать. Если просто покупать продукцию, то стоимость где-то этой корзины будет около 3000 рублей, а здесь при этом мероприятии можно за 1500 купить себе 30 баллов. Кроме того, там же будет фуршет у нас, там будут подарки. То есть вы не уйдете без подарков, у вас тоже на руках останется продукция. Там будут новости, признания VIP-консультантов, в том числе и тех, кто достигает определенных званий по маркетингу-плану. Ну и будет масса другой полезной информации, также хорошее настроение. Вообще это праздник, то есть мы всегда проводим это как праздник, которого у нас, к сожалению, в жизни немного. Вот, а хотелось бы почаще.
Так, ну и последняя еще новость, которую опубликовал в чатах не так давно, это то, что баллы можно дополнительно получить за то, что вы делаете распаковку своих заказов. Достаточно просто фотографии, если будет видео, это вообще потрясающе. Пришел вам заказ, разложили, сфотографировали и получили дополнительные 5 баллов. Просто так, просто за то, что вы в чате разместили то, как вы, ну, что вы купили. 5 баллов. Ну что это? Это вообще-то заказ на 1000 рублей средствами для дома. То есть, если человек покупает на 1000 рублей, как раз те же 5 баллов. А тут они вам достаются почти даром. Максимально за период акции можно получить 15 баллов накопительной акции за то, что вы показываете свои заказы в чатах. Надеюсь, этот момент понятен. Теперь задайте мне, кстати, вопрос, если что-то непонятно. По накопительной акции пока. Если все понятно, я продолжу, потому что у нас сейчас такой очень приятный момент будет. Мы будем смотреть, ой, что-то тут у меня мусор какой-то, распаковки, ну не распаковки, я буду вам показывать кое-что из 16-го каталога, то, что я успела купить, то, что мне пришло. Что-то вместе с вами открою, что-то я уже успела открывать, продегустировать. Все, тогда вопросов нет, договорились. Если что-то непонятно по накопительной акции, можете спрашивать в чатах, либо писать мне в личку. Так, покупаем, у нас каталог уже новогодний. Мы видим, что еще в прошлом каталоге не было такой новогодней ауры, а здесь уже, видите, все как красиво. В магазинах тоже у нас появляются уже витрины с различными подарками, украшениями. Везде пахнет уже и чувствуется Новый год. Мы любим всегда это время, предвкушаем его. И я со временем начала понимать, что вообще к Новому году надо подготовиться в ноябре, чтобы в декабре ничем этим не заниматься. Тут еще и сказалось, видимо, то, что в декабре, 29 декабря у меня у дочки день рождения, и совершенно некогда заниматься Новым годом. Поэтому к Новому году со всеми подарками мы должны быть готовы в ноябре. И лучше все закупить заранее и людям тоже об этом говорить. Потому что, например, есть такие позиции, которые разбирают в декабре, их уже не остается. У нас были проблемы когда-то вот с такими новогодними мыльцами, которые символизируют год, который начинается. В последнее время, в принципе, в прошлом году таких проблем не было, потому что компания запаслась и весь год еще раз продавали это мыло в итоге. Не скупили всего того количества, которое в итоге подготовили. Поэтому предугадать очень сложно. Компания, конечно, старается. Более того, там работают алгоритмы, которые по поисковым запросам выявляют, сколько продукции вообще нужно заказать. Но раз на раз не приходится, иной раз хватает, иной раз не хватает. Да? Иной раз мы сами такой ажиотаж вокруг какого-то продукта поднимаем, что и в лед это в интернете разлетается по чатам, что хоп, и нет какого-то продукта. Вот чтобы в такую ситуацию готовиться заранее. Ну и давайте начнем. Да, у меня, оказывается, не все есть. Тут столько всего разнообразного. Значит, вот в этой серии у нас вот в такой красивенькой вышел крем для рук двух видов. Интенсивное питание и бережная защита. У меня бережная защита, защитный крем. Для чего он нужен? Он нужен как раз для того, чтобы перед улицей выйти и чтобы он защищал наши ручки от негативного влияния внешней среды. Мороза, снега, ветра я при вас открываю. И будем проверять, какой здесь аромат. Питание это, знаете, больше для того, чтобы уже сухую кожу, которая обветрилась, ее уже питать. То есть немножко превентивную функцию выполняет вот защитные кремы. И уже решать проблемы конкретно это питательные. Очень приятная, нежная серия. Цитрусовый аромат здесь есть, да, я читаю, что пробуждающий цитрусовый аромат. У интенсивного питательного крема больше пудрово-ванильный аромат со сливочными нотами тепла и уюта. Здесь прям легкий, невесомый, прям вот, ну, не приторный. Идем дальше, что у меня? Гели для душа. Гели для душа у нас два. Зимний микс и морозные ягоды. У меня зимний микс. Сейчас посмотрим, что здесь.
Ну, запах какой-то знакомый, ощущение, что какой-то из геля для душа с таким запахом уже шел. Написано, что сладкий фруктовый аромат напоминает о домашних посиделках у камина. Ну, то есть я никакой корицы и прям супер что-то новогоднего здесь не чувствую, но это очень какой-то приятный аромат, который мне напоминает, вот у меня еще сохранился в памяти шампунь Фрутис зеленый такой, немножко вот им пахнет. Как будто вот такой запах. Морозные ягоды будет с легкой кислинкой, чудесным настроением. Ну, то есть я предполагаю, что ягоды будут пахнуть ягодами, чуть-чуть с кислинкой. Дальше, что у нас еще в этой серии есть? Это сольное для ванны с пеной. Называется молоко и мед. Можно открывать, я его не буду. Так, вот написано, что утонченный аромат, который оказывает расслабляющее действие. Молоко с запах. Так, идем дальше. Дальше у нас идут два шампуня-бальзама. Один идет и питание, другой защита. Ну, то есть так же, как с кремами. Один идет защитой от негативного влияния окружающей среды, а другой идет уже питательный, возвращает мягкость и гладкость волосам. У меня защитный. Оказывается, я все схватила защитой. Запах немножко отличается от геля для душа, но он тоже такой легкий, ненавязчивый. Я думаю, что этот как раз тот вариант, когда понравится всем. Он универсальный и для тех, кто любит сладкие ароматы, и для тех, кто любит там какие-то кисленькие. И еще вот у меня есть такая мыльца, тоже новогодняя, фигурное туалетное мыло, карамельная звезда. Его я открою. Здесь реально звезда. Вот оно такое. Никаких снежинок здесь нет. Это просто звезда. Аромат соленой карамели подарит чувство тепла, словно согревающий плед. Ну, тоже такой легкая душка, никакая там не навязанная. Я бы не сказала, что здесь. Хотя нет, чуть-чуть карамелью отдает, сладковатый. Идем дальше. Да? Вот, кстати, вот такая вот серия потрясающая. Завернуть ее даже в какой-нибудь пакетик и перевязать какой-нибудь золотой ленточкой будет просто шикарный подарок, недорогой. Кстати, я не сказала, что серия очень приятная по ценам. Кремы 119, гель для душа 109, соль для ванн 79, шампуни 139, фигурное мыло 79 рублей. Вот так вот. Так, идем дальше. А дальше у нас вот такие саше. Когда я хватала товар как VIP-консультант, то есть у меня есть возможность за 2 недели заказывать новинки, это, по-моему, включается возможность у VIP-18. Те 18 каталогов подряд делает заказы, не пропуская, у того появляются новые VIP-привилегии. Одна из VIP-привилегий – это заказывать новинки за 2 недели до начала каталога. Вот, и у меня есть. То есть что это? Это да, у меня телефон. Восковая штучка вот такая вот, которая очень приятно пахнет. Ее можно повесить в гардероб, просто в шкафы, комоды, куда-нибудь повесить в офисе, чтобы пахло приятно. Пахнет реально розой, очень приятно. И у меня еще заказан кофе, потому что очень люблю запах кофе дома. Есть такой, кстати, лайфхак, если вы хотите продать квартиру, ну или что-то там продать, заварите кофе дома перед тем, как придут желаемые покупатели, потому что он прямо в доме делает такой аромат уюта, поэтому я заказала еще кофе. Цветочный не заказала пока, но если понравится кофе розы, я еще и цветочный закажу. Ну и дальше обновленная серия «Зима». Это всегда хит продаж, потому что, ну, вот по такой цене аналогичных продуктов в магазине нет. Никакая Нивея рядом не стояла с качеством вот этих продуктов. Ну, и по цене, смотрите, какие цены. Ну, мне кажется, прям очень приятно. Вот такая вот огромная банка питательного крема стоит 199 рублей, 159 рублей со скидкой. Мне кажется, такие банки кремов уже давно в магазинах стоят не столько. Открыть? Не открыть, открою.
Проверю, потому что каждый год у нас меняется дизайн, они выходят в лимитированной версии и всегда с каким-нибудь новым ароматом. То он был с ароматом корицы, то он был какой-то такой сладковатый, непонятно какой. А вот я сейчас даже не скажу, такой же это аромат или другой, потому что не помню. Но консистенция, как всегда, легкая. Ну, то есть он как бы такой жирненький, питательный, но он очень хорошо всегда впитывается. И поэтому его можно спокойно использовать для всех, для всего. Для лица в том числе, для рук, для тела, для мужчин. То есть мужчины тоже страдают зимой тем, что сохнет кожа, неприятные ощущения. Поэтому для мужчин такой подарок тоже можно делать. Крем-концентрат для рук. Защитный крем для лица. И, кстати, вот таким кремом я всегда пользовалась и для ребенка. Защитный – это значит, что в мороз его можно намазать щеки для того, чтобы они у нас не отморозились. И бальзамы для губ, которые спрашивают, начинают уже с октября, спрашивают, когда появится крем зима, потому что наступают, ну, вот эти вот первые, да, уже все нуждаются в этом креме. Ой, в этом бальзаме для губ. Открывать я их не буду, потому что открыла вот этот, отдушка будет у всех одинаковая. Но в этом каталоге у нас с вами еще несколько новинок. Я начну вот с этих. И меня порадовало то, что у нас появился вот такой крем. То есть я говорила, что раньше я использовала вот этот для детей. Сейчас появился вот этот защитный. У него стоит 3+, но я объясню детям. Маленьким тоже можно. Почему 3+, стоит не 0+, потому что маркировать продукты 0+, намного дольше, дороже и сложнее. Поэтому если ребенок не аллергичный, то мазать можно и в более раннем возрасте. Это, например, касается нашей солнцезащитной линейки, она тоже идет 3+, спрашивают, а как же с детьми 0+, ну, во-первых, их на солнце. Да, и маленьких детей тоже 0+, часто на морозе не держат, поэтому там все быстренько пробежались, подышали воздухом, щеки закрыли все. Вот, но если 2+, 1+, спрашивают, тоже можно, если ребенок там не какой-то жутко аллергичный, ничего такого не будет. Это просто часто компании, которые себя уважают, они себя обезопасить стремятся от различного рода там проверок и так далее. То есть 3+, но можно использовать и раньше. И в этой серии появляется еще фигурное мыло с легким ароматом апельсиновых леденцов. Открывать будем. А вот этот запах, кстати, мне нравится намного больше. Этот какой-то безликий немножко запах такой, но настолько, ну, он такой сладковатый, а вот этот запах, он интереснее намного. И вот такая вот, такой вот дракончик. Подарить коллегам на Новый год самое то, когда финансы поют романсы. 79 рублей со скидкой будет 63, я так думаю, да? 59, если у вас скидка 26%. Мне этот аромат очень нравится, хочется его вдыхать и вдыхать, поэтому рекомендую, мне понравился. Но еще несколько у меня предметов лежит на столе. Вот эту вот серию я успела приобрести, вот все три. Вот этот у меня еще в пути идет, бурлящий шар. Они такие тоже все детские, 3+, но их часто, кстати, взрослые берут, потому что запахи просто обалденные. Bubblegum, жвачка. Прямо жвачка. Запах какой-то потрясающий просто. Может, попробовал? Слюнки текут. Coconut Dream. Кокосовая мечта. Я понимаю, что просто запах тут будет такой же. Тут тоже написано Coconut Dream. Кокосик, но он не яркий, не такой вызывающий. Мне нравится. Он, знаете, бывает кокос, в какой-то линейке кокос, прям такой яркий запах кокоса, а здесь прям легкий. И еще шампунь-бальзам 2 в 1. Мармеладный микс называется. Очень вкусненький и реально пахнет мармеладками.
И текстура у него, видите, у этих идет гелевая текстура, у этих кремовая текстура, то есть он непрозрачный. Так, идем дальше. Что я вам еще не показала, это новинка. Заказала я, кстати, на мероприятии у нас будут вот такие вот новинки, можно будет это все посмотреть, пощупать. Заказала я также вот эту вот серию с прихватками. Сравните в магазинах цены, на такое качество будут тоже выше. И что у нас впереди? Да, заказала носочки, вот такие вот новогодние. Они приходят всегда в красивом оформлении, новогодние носки, их не стыдно дарить. Так, и вот она новинка, это аромат Артефакт. Нам его подарили на форуме, ну как на форуме, тем, кто был на форуме, в подарок пришел набор. Бесплатно, за 1 рубль, большой набор продукции, среди них вот был вот этот аромат. Во-первых, это вот прям, смотрите, какая она, гранитная прям упаковка, как камень, и ощущаешь в руках его как камень. Красивый дизайн, смотрите, такой египетский. Вначале, когда я только его открыла, он на нас не произвел какого-то впечатления. Аромат и аромат. Но распробовав, вот это... К тому, что нельзя делать выводы сразу, как только понюхал. Открыл, понюхал, воняет. Нужно аромат продегустировать. Нужно нанести его хотя бы на запястье. Нужно дать ему пожить, потому что он раскрывается. И там начинается действительно магия. Вначале я почувствовала что-то сладкое. Хотя вот смотрите, акватические ноты, минеральный аккорд, белое дерево. Ну какие здесь сладкие ноты? Но в самом аромате написано, что он... Есть ароматы Petit Grain и ананас, и они как раз очень хорошо чувствуются в начале. Вот именно эти сладкие ноты всегда... Когда меня спросили вообще, какой это аромат, я говорю, сладкий. Смотрю, сладкий, а тут совсем не сладкий, как будто бы нот. Но эта сладость, она чувствуется в начале благодаря ананасу и Petit Grain. Вот, дальше у нас получается минеральный аккорд в сердце аромата, он... Свежий, сам по себе аромат, свежий, минеральный, древесный. И шлейф идет у нас из белого дерева, древесный, то есть. То есть получается, что вначале он такой сладенький. Хорошо, спасибо. В середине он свежий, а в шлейфе он древесный. Вот такой вот необычный аромат, который раскрывается. И, кстати, все, мы его распечатали, муж сказал, буду пользоваться. Отложил Товарова, отложил любимый Юдашкин, кстати, да, древесный аромат, который один из самых любимых был всегда, и теперь пользуется Артефактом. Ну и последняя новинка, которая у меня есть на столе, вот, сейчас я ее найду. Это коллаген. Серия мне пришла, мне еще придет сыворотка и... Тонер. Здесь есть необычный продукт, который называется... Что такое тонер? Ну, вообще тоник это продукт, который нельзя забывать. Он должен быть всегда в уходе. Почему? Потому что он выполняет сразу несколько функций. Во-первых, он завершает процесс очищения. Завершение процесса очищения – это что значит? Да? То есть это какая-то непонятная размытая формулировка, которая мне была раньше непонятна. Я вам объясню так, как я поняла. Вот мы умылись, и остатки какого-то там геля вот где-то вот здесь вот у нас в складочках остались. Это не есть нормально, очищающее средство не должно оставаться на коже. Вот, поэтому тоником, который мы наносим на спонжик, либо просто пшикаем, да, и потом промакивающим движением убираем с лица остатки, мы им убираем, доубираем остатки очищающего средства. Ну вот если так буквально понимать. Кроме того, тоник выполняет функцию нормализации pH баланса кожи. То есть после того, как мы умылись, непонятно какой водой, жесткой минеральной водой, мало кто умывается, коже нужно восстановить pH, да? Восстановить гидролипидный барьер кожи. Вот. Тоник выполняет эту функцию. То есть у них есть специальные компоненты, которые нейтрализуют негативное влияние воды жесткой, которой мы умылись. Либо сильно мягкой. Да? То есть у нас идеальный 5,5
с помощью тоника можно восстановить. Ну и, наконец, тоник. А вот тут я забыла, да, у него у каждого есть своя функция. Есть абсорбирующий тоник, есть нежный тоник, который помогает сухую кожу питать, абсорбирующий, убирать лишнюю жидкость. И у нас есть тонер для лица, которого у меня нет возможности показать, но он имеет более плотную текстуру. Я так поняла, что он еще дополнительно увлажняющую функцию имеет. То есть дополнительно увлажняет кожу за счет того, что его наносишь практически как сыворотку. Но очень интересно попробовать, что это такое. Вот, написано, восстанавливает гидролипидный баланс кожи. Открою вместе с вами. Давайте открою я дневной крем. Так. Подробно нам об этой серии коллаген рассказывала сама Римма Корнеева. Она у нас руководитель Центра научных разработок Faberlic. Она потомственный врач-косметолог, который у нас с Faberlic с момента основания компании. Она участвовала как раз в патенте кислородного комплекса. Вот. И что у нас здесь? Коллаген, который содержится в разных вариациях. Есть наномолекулы коллагена, которые проникают в глубокие клетки кожи. Есть средние молекулы коллагена, это пептиды, да, все, которые задерживаются в коже внутри, питая ее, насыщая необходимыми веществами, да, питательными. И есть большие молекулы, которые работают на поверхности кожи. Вот, и здесь написано, что используется живой коллаген первого-третьего типов. Вот, они как раз и работают в средних и верхних слоях кожи, укрепляя ее каркас. То есть вот такая вот функция. Так, кстати, пептиды на сегодняшний момент это самый передовой продукт, который есть именно для омоложения кожи. Видали, да, какая текстура? Я не успела показать. Смотрите, он как водичка. Он как будто гелевый, не плотный. Это про дневной крем. И он прямо так легко тут же моментально в водичку превращается. Напоминает он мне гель-трансформер, который у нас есть в серии ICUL. Там тоже кремик легкий, как только его начинаешь наносить по коже, он как будто в водичку превращается и моментально впитывается. Ночной крем должен быть поплотнее. Ночной крем идет. Так. Да, здесь должна быть более плотная текстура. Видите, она уже непрозрачная. Там был практически прозрачный, куда нанести на эту. Но тоже, видите, все. Нанесла, и тоже он блестит, как водичка, и тоже очень быстро впитывается, хоть и ночной. Функция ночного крема – восстановить и питать кожу ночью. А функция дневного крема – увлажнять в течение дня. Если увлажнения недостаточно, то мы используем дополнительные продукты в виде сыворотки, которые тут тоже есть. Поэтому если вначале, то есть вы консультируете человека, и он вас спрашивает, а что купить, мы сразу говорим дневной, ночной обязательно. Что у тебя есть для очищения? То есть спрашиваем, есть ли очищающее средство, но обязательно должно быть. Я всегда говорю, если вы не очищаете кожу и сразу наносите крем, это то же самое, что класть асфальт на снег. Вот такое вот сравнение, пусть оно вам запомнится, потому что ну реально бред неочищенную кожу наносить крем. Она не будет работать. Это вот мы не очистили, не убрали роговевшие слои кожи и наносим крем. Не убрали грязь, которая в течение дня налипла. В течение ночи с подушки тоже налипает много пыли разной. Поэтому это все нужно убирать и днем, и ночью, и с утра, и вечером. Ну и дополнительные продукты это для... Крем для глаз, он появляется в этом каталоге, в прошлом его не было, стоит всего 239 рублей, кстати, серия очень доступна и очень качественная, поэтому если вас хотят просить что-то качественное, дайте мне за разумные деньги, сейчас номер один коллаген, серию пробуйте, до недавнего времени я рекомендовала гиалуронку.
не знаете, что взять, не знаете, что порекомендовать. В возрасте 30 плюс 40 плюс нужно что-то бюджетное и очень классное. Я давала гиалуронку. Сейчас буду рекомендовать коллаген. Ну, пожалуй, все, что я хотела вам сегодня рассказать. Есть ли у вас какие-то вопросы? Я показала все, что у меня... А, я не показала мезороллер. Я его сюда положила, но не показала. Кстати, я никак не могу найти его в каталоге, есть ли он у нас и в каком он появляется. Вероника, ты видела? Может быть, ты видела? Нет, тоже не видела. Мне кажется, был в прошлом. У нас раньше были мезороллеры, но они давненько пропали из ассортимента. И поэтому я не могла их заказать. Поэтому я этому продукту безумно обрадовалась. У меня его не было еще, мезороллера. Что такое мезотерапия? Меза – это середина. Да? Поэтому мезотерапия работает на средних слоях кожи. То есть у нас есть поверхность кожи, поверхностные слои. Кстати, серия «Ботаника» – хорошая серия, дешевая серия, но она работает на поверхности кожи. Она не будет работать на глубоких слоях. Вот. Есть меза, срединные слои кожи, и есть глубокие слои кожи. Вот там, где есть наноколлаген, есть пептиды, есть вот гиалуронка у нас, там трех типов тоже. Там есть мелкая гиалуроновая кислота, среднемолекулярная, крупная. Вот она тоже будет работать на всех слоях кожи. Вот меза – это средние слои. Вот, и... как раз мезотерапия работает на средних слоях. Для того, чтобы... Получится у меня открыть, да? Получится. Получилось. Такая вот штучка. Для того, чтобы сыворотки, которые мы наносим, работали глубже, работали на более глубоких слоях. Что это? Это очень много-много маленьких иголочек. Ну, кстати, на руке очень приятно. На лице тоже можно регулировать давление так, чтобы не было больно и в то же время было действенно. Прибор индивидуальный, поскольку он, видите, все-таки с иголочками, он не может быть на всех. Поэтому такой прибор лучше держать для себя дома, самому иметь. И сыворотки нанесли. Поделали по лицу, по массажным линиям обязательно всегда. И получили более глубокую работу сыворотки. Ну или крема, да, пептидного, который мы нанесли. Вот такой вот тоже классный продукт. Надеюсь, что он появится в ассортименте. И не только нам он, не только просто так его нам отправили. Раньше был, говорю, потом его не стало. Я сомневаюсь, что нам привезли какой-то старый. Я думаю, что он у нас очень скоро появится в ассортименте и будет в каталогах в том числе. Ну вот все, что я вам хотела рассказать. Я всем желаю вам по максимуму пройти накопительную акцию. Если у вас есть какие-то вопросы, спрашивайте, используйте, рассказывайте эту акцию всем консультантам, всем своим знакомым. У меня, кстати, есть классная еще одна акция, которую нас сегодня как директоров познакомили. О ней я расскажу чуть-чуть позже. Она будет в 17-м каталоге для приглашения по бизнесу именно, да? То есть это бизнесовая акция, чтобы заработать много денег. Очень классно она для тех, кто приглашает, и для тех, кто приходит. Поэтому чуть позже не расскажу, пока не буду вас уже задерживать, 49 минут. Всем до новых встреч. Запись, я надеюсь, запись сохранится. Всем пока.